Крупный пожар в многоквартирном доме произошел в Усть-Илимске. Единственным пострадавшим в происшествии оказался ребенок. Пожар начался в квартире на 9-м этаже. До приезда спасателей 9-летнего мальчика пытались спасти соседи. Они вскрыли дверь и пробовали самостоятельно зайти в квартиру. Однако попасть внутрь не удалось. Помешало плотное задымление и открытое пламя на кухне. Прибывшие на место сотрудники МЧС взяли под свой контроль спасательную операцию и вытащили ребенка из горящей квартиры. Школьника передали врачам с отравлением угарным газом, а сам пожар начался из-за неосторожности. Выяснилось, что ребенок был дома один. Мальчик случайно пролил воду на подставку электрочайника. Как итог, короткое замыкание. Аналогичная причина инцидентов, которые произошли в Усть-Куте. Там прошлой ночью случилось 2 пожара в 12-квартирных деревянных домах. Это привело к тому, что без крова остались 65 человек, среди которых 7 детей. По сообщениям из администрации Усть-Кута, всем нуждающимся будет предоставлено временное жилье.